люди требуют справедливости. И сегодня очевидно для всех, что никогда за крохи судья, который вершит правосудие именем Украины, не будет выносить правосудное решение. Сегодня государство должно создать такие условия, чтобы тот человек, который имеет честь судить, принимать решения в ту или иную сторону, был отстранен от соблазна взять какого-то хабаря, взять какую-то власть.